Всем привет, меня зовут Константин, приветствую всех на моем канале. И сегодня я хочу продолжить тему о квадрокоптерах. Не так давно я приобрел вот такой вот квадрокоптер Sima X5C. И сегодня я хочу провести эксперимент и узнать, какой же вес сможет поднять этот квадрокоптер. Для взвешивания я буду использовать вот такие кухонные весы Tefal. Предварительно я снял с квадрокоптера камеру. Давайте включим весы и посмотрим, сколько же весит пустой квадрокоптер. 95 грамм. Взвесим также камеру. 9 граммов. Сейчас я придумаю какой-нибудь подвес для квадрокоптера, буду его потихоньку нагружать и посмотрю, какой же максимальный вес сможет поднять этот квадрокоптер. Для загрузки квадрокоптера я приделал вот такую пластиковую крышечку, прикрутил ее на проволочках. Давайте теперь взвесим, сколько будет вес квадрокоптера с этой крышкой. 99 грамм. Ну, можно сказать, как с этой камерой вес. И давайте теперь будем пробовать его нагружать. Сбросим вес, будто это вес тары. Хорошо, что есть такая функция в весах. И я вот буду загружать металлическими предметами. Шпингалет. Грамма. Сейчас я пойду на место, которое пригодно для взлета, и попробую запустить квадрокоптер. Ну что, с предыдущим весом квадрокоптера удалось взлететь, так что нагружаем дальше. Буду вложить 10-рублевые монетки. Вложу 4 монетки. Вес получился 65 грамм. Что, пробуем запускать. Ну что, с прежним весом квадрокоптер смог взлететь, хотя и с трудом. Еще раз взвешиваю этот вес, 66-67 грамм. Добавлю еще 2 монетки. Эксперимент показал, что вес в 76 грамм уже неподъемный для квадрокоптера, и он с трудом приподнимается и опять падает. Так что для него считаю, что предельный, наверное, вес около 50 грамм, с которым еще он может летать.
все, что больше, это уже неподъемно и не имеет никакого смысла запускать с таким весом. Сейчас я попробую прикрепить к квадрокоптеру экшн-камеру. У меня есть вот такая экшн-камера 4К Econ H9. Давайте попробуем ее взвесить. Камера весит 66 грамм. Сейчас я попробую закрепить ее на квадрокоптере, и мы посмотрим, что из этого получится. Я закрепил камеру, закрепил ее на двухсторонний скотч, правда, вверху тормашками, потому что по-другому ее не будет не включить для записи. И сейчас попробую взлететь. В общем, опыт показал, что кое-как квадрокоптер вот эту камеру поднимает, но очень ненадолго, и практической ценности в этом никакой нет. Использовать эту камеру с этим квадрокоптером не получится. Этот квадрокоптер очень критичен к поднимаемому грузу. Даже груз 50-60 грамм для него тяжел. Несмотря на то, что этот квадрокоптер не способен поднимать какие-то тяжелые грузы, он, в принципе, мне очень нравится, очень неплохая, недорогая, как говорится, игрушка для первого опыта. У меня есть некоторые планы по его модернизации. Планирую приобрести камеру для FPV полетов. Так что смотрите мой канал. Подписывайтесь, все, кому понравилось, ставьте лайки, кто хочет что-то дополнить, пишите комментарии. Ссылку на этот квадрокоптер на AliExpress я оставлю в описании под своим видео. А для тех, кто хочет экономить до 10% с каждой покупки на AliExpress, я оставлю ссылку на кэшбэк от Alibonus. Всем пока, с вами был Константин.